взяли неглубокую емкость из-под торта, проделали отверстие. Здесь у меня остался кокосовый субстрат, промытый. Им наполняем емкость. Особо глубоко не надо. Думаю, сантиметра на 3 будет более чем достаточно. Потому что пикировать петунию из этой емкости я не планирую до времени ее прищипки. Кокосовый субстрат хорош отсутствием всяких патогенных микроорганизмов, всякого мусора и так далее. Но он, конечно, голодный. Но с этим мы вопрос, я думаю, решим при помощи комплексных жидких удобрений. И все будет у нас отлично. Мне абсолютно без разницы, где какой сорт будет расти, лишь бы он рос. Семена петуни очень мелкие, прям вот как у мака. Стараюсь сеять не слишком часто, условно поделив на 4 сегмента емкости. Да, тут еще может остаться. Каждая семечка — это жизнь. Давайте дадим ей шанс. Итак, все 4 пакета. Я посеяла все 4 пакета в одну емкость. Теперь просто брызгаем и надеваем целлофановый пакет. Ставлю под батарею. Заглядывать буду каждый день. Крышку надеть не получилось, потому что она отсоединилась. Мы ее потом используем для других целей. А посеянную петунию вложим вот в такой пакетик и завяжем. Надо будет заглядывать почаще и проветривать это дело. Так. Положим сюда опознавательные пакетики. И все. Goodbye, my love, goodbye. Теплое место. Сходы появятся прям, ну вот, совсем не сразу. Ждем.